Все меньше людей, которые видели ужасы войны и все ценнее память о павших героях. Историю горечи и побед советского народа как главную ценность хранят в Оренбургском лицее номер 8. Местный музей боевой славы учителя и школьники пополняют вот уже 15 лет. Информационные стенды посвящены ветеранам микрорайона, выпускникам школы и ее работникам, воевавшим на передовой. А сегодня торжественно открыли еще одну экспозицию. Так, молодец! Дети войны – это материалы о тех, кто в годы войны помогал, чем мог, фронту для победы. Это и работали на станках, и перевязывали раненых здесь, и стирали бинты в нашем же госпитале. Этот материал собран вот на этом стенде. Героями экспозиции стали прабабушки и прадедушки учеников лицея. Дети собирали информацию о родственниках как мозаику. Я собирала материал о своем дедушке. Я узнала то, что во время войны он был кавалеристом и шофером. В страшные моменты он не сдавался. Он также мне рассказывал, что у него во время войны было много друзей, они ему помогали и спасали его. Бережно относятся к истории здесь неспроста. В годы войны в лицее располагался госпиталь. Вместо классов были палаты, а в коридорах стояли койки с ранеными. Эти стены видели много слез и страданий. Но это был островок помощи и надежды, память о котором в лицее намерены хранить как можно дольше. Алена Блей, Семен Воробьев, Новости дня.